17 мая. Вот так. Эта дата не забудется никогда. Вот уже в течение 30 лет наши малыши растут и развиваются в детском саду. За 30 лет более 600 выпускников из сада уходили в первый класс. Прошли годы, малыши повзрослели, окончили школу. И теперь многие из наших выпускников работают учителями, врачами, инженерами и даже воспитателями. Ну, как и тогда, 30 лет назад, Журавушка принимает под свое крыло новых малышей. Об этом они сейчас споют песню про детский сад. Yeah.